Всем нам важно верить в волшебство. Одним в то, что желание сбудется, другим в то, что создавать волшебство совсем не сложно. Детям из детских домов и малообеспеченных семей особенно важно знать, что чудо случится. А нам, чтобы стать Дедом Морозом и исполнить желание ребенка, нужно только снять заветное письмо с елки на втором этаже ТК «Армада». Акция проводится с благотворительной организацией «Общие дети».